Как создать свой перфектный день, а еще лучше свою перфектную жизнь. Ту жизнь и тот день, который хочется проживать, в который хочется просыпаться и который хочется наслаждаться этим днем. Как сделать так, чтобы каждый ваш день был перфектным? Ведь потому что если будут ваши дни перфектными, значит, жизнь тоже будет великолепной. Итак, давайте мы с вами рассмотрим две парадигмы. Как обычно люди живут и почему это не приводит к тем результатам, которые вы хотите получить, и что нужно делать вместо этого. И пошагово мы это проходим на моем курсе по перфектному дню. Вот, потому что это нужно не только осознать, но нужно сделать это частью самих себя, своей привычки. Ну, давайте посмотрим, с чего все начинается. Итак, давайте вот картинка. А картинка у нас задом наперед сейчас. Ну, в любом случае, я расскажу про картинку. Итак, первое, с чего начинается, это событие, да? Произошло какое-то событие, мы на него отреагировали каким-либо образом, позитивным, негативным, в зависимости, как мы его оценили. И это родило в нас чувства и эмоции определенные, да, то есть если мы расценили, что событие было позитивным для нас, у нас классное настроение, хорошее состояние, мы довольны жизнью. Если что-то произошло, что нам не нравится, и мы оценили это негативно, у нас понизилось настроение, у нас, может быть, включился самокритик, у нас что-то еще произошло, в общем, мы недовольны, да, происшедшим. И в результате этого уже на основе наших эмоций и реакций мы создаем какие-то действия. Мы начинаем ругаться с мужем, кричать на ребенка, не знаю, что-то еще, да, расстраиваться из-за того, что клиенты не приходят, и считать, что мы ни к чему не способны, и как бы уже бросать свое дело, да, то есть действия разные, но результат один. И запускной механизм у нас здесь событие, которое с нами произошло. В этом круге получается, что мы не управляем своей жизнью, мы реагируем на свою жизнь. Да, мы реагируем на те события, которые в нашей жизни происходят, и исходя из этой реакции мы создаем свою жизнь. То есть фактически мы такие марионетки или жертвы того, что происходит в нашей жизни. И понятное дело, когда мы живем по этой схеме в нашей жизни, мы ничего не можем создать, да? Мы не можем создать ту жизнь, которую хотим, и быть счастливыми, как нам хочется. Что же делать вместо этого? Вместо этого нам нужно запустить совершенно другой цикл. И другой цикл, он называется «Как притянуть в жизнь желаемое». И начинаем мы здесь с другого. Мы начинаем не с событий, а со своих собственных чувств и эмоций. Почему? Потому что то, как мы чувствуем себя каждый день и в моменте, притягивает к нам те события. Мы вибрируем на том уровне, который соответствует этим эмоциям, и, соответственно, к нам приходят те события, которые соответствуют этому уровню. Соответственно, наша задача – научиться себя чувствовать и иметь позитивный эмоциональный фон всегда, не в зависимости от того, произошли с нами хорошие события, плохие события, в какой ситуации мы находимся, что происходит в нашей жизни. Если мы сможем смастерить этот шаг, то дальше все намного проще. Потому что, когда мы находимся в хорошем внутреннем состоянии, это не позитивная психология, что мне хорошо, когда мне все плохо. Нет. Это действительно умение управлять своими эмоциями, да, убрать все, что мешает, и начать создавать действительно позитивное эмоциональное внутреннее состояние. И вот когда мы создали это состояние, то тогда мы попадаем в поток Вселенной, в поток жизни, что называется, который нас выносит на создание и притяжение новой реальности. Бывало ли у вас так, что вы идете по улице, насвистываете или напеваете какую-то песенку, у вас отличное настроение, и тут приходит, появляется мужчина, да, который хочет с вами познакомиться. Почему это происходит? Да потому что вы находитесь в потоке, да, вы находитесь в потоке, и люди, и энергия Вселенной это чувствуют.
Соответственно, у вас создается новая реальность. Та реальность на уровень лучше, на уровень качества лучше, чем было до этого. Дальше на основе этого уже гораздо проще создать новые убеждения, что я достойна, да, хорошего мужчины, я достойна восхищения, не знаю, я достойна отличных клиентов, потому что у нас внутреннее состояние уже соответствует этому, плюс пошли события, конечно, проще создать. И, наконец, уже на основе этих новых убеждений мы начинаем делать новые действия, да, новые действия, не знаю, улыбаться прохожим, иметь открытый взгляд, а не куда-то вниз, да, что я не хочу здороваться, я не хочу. Соответственно, большее количество мужчин может обратить на вас внимание. Новые действия, допустим, рассказывать о себе или своих клиентах успехов, да, и, соответственно, больше поток потенциальных клиентов к вам начнет приходить. Итак, здесь, как вы видите, основа изменения. Мы не реагируем на события, а мы создаем новое эмоциональное собственное состояние. Сделать это можно только через привычку, то есть через то, чтобы стать таким человеком. И сделать это проще всего, используя в ежедневных практиках. И именно это мы будем осваивать в том числе на курсе по перфектному дню. Приходите на этот курс, потому что он станет вот какие, как раз-таки той, тем механизмом попадания из жизни в потоки и управления своей жизнью. Да? И это здорово.